Петербург, 26 мая, РИА Новости. Зам главы Минфина России Сергей Старчак сомневается, что Великобритания распространит санкции на российский суверенный долг. Это же не официальная позиция Лондона. «Я не вижу угрозы, РИА, и не думаю, что они это сделают», — сказал Старчак РИА Новости в кулуарах МЭФ, отвечая на вопрос, реально ли на его взгляд угроза распространения санкций на госдолг РФ со стороны Великобритании, откуда вслед за США прозвучали такие заявления. Международный комитет Палаты общин британского парламента опубликовал доклад о российской коррупции в Великобритании, в котором призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властями РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. Комитет также призвал ввести санкции против российского госдолга. Петербургский международный экономический форум, МЭФ, в 2018 году проходит 24-26 мая. МИР «Россия» сегодня выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости, инфографика санкций против России и международная торговля.